красота, натюрморт. Ребяточки, всем привет, вы на канале Пиратская жизнь, с вами как всегда Нина и Вова. В общем, у нас сегодня вкусный, незатейливый ужин, у нас сегодня салатик, запеканочка с мясом и картошечкой, вот, также у нас фруктики, ну и прекрасное настроение. Давайте. И прекрасное настроение. Всех с пятницы развратницей. А вот, особо сильно не пейте. Вот, и... Скоро Хэллоуин. Скоро Хэллоуин, да. Но у нас видео выходит с задержкой, возможно, вы смотрите во время задержки. Так. В общем, салат мы пересолили. Это ты пересолила. Мы пересолили. Потому что ты, во-первых, посолил капусту, когда делал. Да, а я еще посолила. Ты потом... не подумал и еще посолил. А ты потом, когда увидел, что там соль, просто взял и перемешал. Хотя мог выкинуть, опять же, понимаете, мог выкинуть. А запеканочка. Кстати, знаете, я подумала, эту запеканку можно было бы сделать, знаете, еще как? Интересно. Обжарить грибы вместе как раз с фаршем и луком. Издеватель. И было бы здорово еще. Вообще, это... лучше сделать запеканку так, чтобы ее это фарш обжарить как на болоньезу. Ну. И добавить. Ну да. Было бы вкуснее. Можно, как сказать, модернизировать рецепт Наташи. На минамский рецепт. Вот. Сыр. На итальянский. На итальяно. Ладно. Итальяно вейро. Дай, пожалуйста, кичу. Не дам. Я тоже так хочу. Она что-то не так не знает. Меня сейчас будет. А что-то не так сказал? Да. А нафига ты сейчас вот собрал все это? Чтоб ты спрашивал. Ты его просто тупо съешь с печкой? Или понял мою идею? И понял, что его идея дурацкая. А ты как сейчас съел кучу кетчупа. Да. Как жвачку жуешь? Сыр расплавный. Прикольно. Ну, вот это, конечно, лучше так с кетчупом. Очень вкусно получается. И как здорово, что дома есть все. Ты можешь себе позволить немножко пофилонить, поболеть, вот туды-сюды и прочее. Кстати, сегодня с врачом говорил насчет того, что, может быть, это метеозависимость там. Говорят, ну, обстоятельств может быть много. Нельзя утверждать, что это у тебя именно из-за дождя приближающегося, там боли были. Вот, или что-то еще. То есть обстоятельства разные. Угу. Если ты хочешь понять, что конкретно было, нужно делать УЗИ и смотреть. Именно в процессе, в моменте. Я говорю, у меня же недавно КТ делал. Точнее, не КТ, а МРТ. Он говорит, ну, знаешь, за 3 недели, за 4, мало ли что-то поменяться. Так что вот так. Угу. Ну что, каждый раз не делать МРТ? Говорит, можно делать УЗИ. Я вот заболел ночью и побежал делать УЗИ. Это УЗИ, да? Угу. Ну и как прикольно. Тортик давай. С джемом. Только мясной с картошечкой. Вкусно. Ну что, завтра вроде никуда не надо. Завтра выспимся. Будет все по красоте. Завтра последние денечки, теплая погода, надо будет нагуляться, походить. Весело как все. Не болит нога у меня сегодня после укола и это... Среднего. Да. Лучше, конечно, его отдать, отдохнуть ноги, чтобы особо не напрягать. И меня, кстати, сразу спросил, что, слишком много походил, что ли? Я говорю, ну, прилично походил. Говорю, прилично походила. Говорит, ну вот, возможно. Оп. Да вообще. Кстати, смотри, какой классный мандаринчик. Это бэйби-бэйби. С листочками. У меня тут это Пизанская башня. Очень вкусная хурма. Так чего там? Полноги-то. Ну, то, что. Это, то, что походило слишком много, может быть, это тоже как признак. Где? Ну где, где? У меня сустав все-таки больный. Да. Да. Да-да. Да-да. Иди сюда. На сегодня опять вода целый день. То она есть, то ее нет. И вчера так же было. Кстати, вот было 2 недели. Более-менее нормально работала. Вода. Сейчас заново. Сейчас опять ничего нет. Нет, опять.
Походу, они сделали. А сейчас у них опять полетело. Не, у них сейчас. Вообще, как обычно. Ремонт. Наступает зима, наступает осень. Зима. Это как раз нужно делать. Да. А летом уже не делается. Угу. Так вот. Сегодня, говорю, ехала на такси. Прям, знаете, смотрела в окошко. Ехали вдоль Нижневолжской набережной. И там вот эти вот наши холмы, или как там, ну, короче, город вот с Верхней Волжской, там вот так. И стоят деревья, понимаете, половина уже осыпалась. И вот так красиво, понимаете, еще зеленая трава, солнышко светит, и вот эти желто-красные листва, все опавшее, такая, знаете, как просыпалась. Такая красота вообще, просто капец. Слушайте, днем, оказывается, очень красиво. Надо выбираться не только ночью. Прогуляться-то. Там сейчас блемутил кто-то опрос. Что вы думаете? Правительство типа Нижегородской области из бюджетных денег выделило 300 миллионов на строительство дороги до частного яхт-клуба. Это что, последние новости? Типа того. Обсуждаем последние новости и сплетни. Ты, ну? Ты, блин, понимаешь, о чем еще речь? Имею в виду дорогу, где вот мы летом ездили. Где этот ресторан и... Это вот туда? Да. 300 миллионов? Да. Нормально. Из бюджета. Ну, еще попутно, это, еще и домик там построить, да? Нет, там блин, просто яхты стоят. А нафига там особо так много? Яхт-клуб частный, ты что, офигел? Так вот пускай они и платят за свою дорогу. Зачем? Когда можно из бюджета. Угу. Нафиг делать ямочный ремонт. Да, у нас в городе. Ну, зачем? Лучше там дорогу построить нормально. И что там народ пишет? Ну, там все такие. Ва? А как ты думаешь? Ну, я сколько что пишешь? Народ против этого все. Знаешь, против. Правильно. Если говорит, это частный яхт-клуб, пускай это они за свой счет ставят. Ну, да. Строят. Мы ведь не против. Мы не против. А не за наши деньги. Ну да. Не, причем, знаете, вот реально, вот, ну. Вот ты платишь налоги, да? Причем платишь такие нехилые налоги, да? И вот они зачастую уходят не туда, куда хотелось бы. Вот было бы здорово, если бы можно было распоряжаться, куда вот хочешь, чтобы пошли твои налоги. Угу. Тебе никто не даст. А то плачешь, блин, в месяц, как у некоторых, зарплата. И прям понимаешь, что кого-то вот, кому-то новую дорогу построить. Знаешь, я что-то не стрибил. Старую песню решили вспомнить. Угу. Гости из будущего. А у них там, походу, это... Их трое. Да эти, как у них там называется-то? Вот они все трое поют. Отборщик? Не, их уже отца Алсота, но они тройка поют. Слушайте, осталось до Нового года 2 месяца. Сейчас вот... Нет-нет, быстренько, ноябрь. Хоба! И уже декабрь. Как время быстро летит, капец просто. Я говорю, просто вот не замечаешь. Время вот так щук-щук-щук-щук-щук. Это ужас. Кстати, вот по поводу этой песни. Вот эту песню исполнял детский хор. Гос. Это телерадио и кино. Угу. Детский. А солировал там кто? Это главную партию пел. Солист. Кто был? Не знаю. Угу. Мальчик. Джельсамин. Нет. Шопен. Там вот сейчас одну девочку показывали. Хор. Там сейчас девочку одну показывали. Такое ощущение было, что она не пела, а просто зевала так. А там кто-то зевает, кто-то поет. Так, знаешь, все равно они там сейчас под фанеру поют. Делают вид. Знаете, вот раньше было интереснее. Где-то голос там и прочее. Сейчас даже это убрали, видишь? Штучку. Что живой звук. Угу.
Раньше, когда я тут ел ноги, там было, что живой звук, то есть не фанера. Ноги, кстати, лучше вел, конечно. Как поживее. А сейчас убрали. То есть звук. Какие выпуски живой были, когда этот был? Жив-то. Как его зовут? Полный мужик такой. Градский? Да, о. Ну, это взрослый. Это взрослый, да. Детских его не какие было. Какие певцы не выпадали? Детских его не было. Действительно, талантливый, классный. И он до сих пор с концертами ездит, это, кто выиграл. Гилу команде. Угу. Слушай, а вот этот Фоти, это, по-моему, тоже, да, его продукт? Да. Фоти его. Ермонах. Угу. Да. Кто со мной? А что, у него нормальный голос. Не, да, а как это? Голова еще поболит. Ну что, где придем в тренд? Да, что-то в последнее время какие-то магнитные бури, мне кажется. Да не магнитные бури, там вспышки на солнце. Вспышки на солнце. Все больше и больше, с каждым днем. Ну, знаете, вот когда не глянешь, везде там такое ощущение, что у всех какие-то вспышки. И вот, все ругаются. Фишка в том, что где? Что? Это, конечно, все утопия, и неправда, может быть. Как утверждают эти все прорицатели там, и прочее, что солнце скоро не станет, а оно просто взорвется. Ну, что, наш век-то хватит? Нет. Как они это пишут, типа, 2100 каком-то году. Ой! Произойдет. Вот что, 5 раз помрешь. Господи, и воскреснешь. Так помрем. Слушай, не бзди. Так. Не бзди. Типа солнце. Нет. Будет искусственное солнце. Вы знаете, вот некоторые там говорят, ой, а что если, ой, а что там скажут и так далее. Ребят, знаете, вот после, так сказать, того, как вы уходите, знаете, мне кажется, вот там вот, мне кажется, всем будет пофигу. Кто, где, чего, как и как. Вот. Да и при жизни-то сейчас, знаете, живем в 21 веке, кто где чего обсуждает, и кто где чего говорит, и вообще всем все пофигу. Вот, поэтому, знаете, ориентироваться на мнение общества, скажем так, не стоит вообще. Вот, к сожалению, очень многие люди у нас сейчас зависли еще в там, прошлом, что кто что скажет, ой, кто что, где там это. Но на самом деле, понимаете, сейчас всем все пофигу. Зачастую у людей память как у рыбки, вот, и ориентироваться на, так сказать, мнение оптимизма. У людей не память, у них просто свои заботы, да, не до забот еще чьих-то. Да, да. У них свои. Так вот. Мне вот говорят, он сейчас отвечал на вопросы, как вы справляетесь с хейтом. Понимаете, я в своих действиях не вижу ничего плохого. Я сижу, кушаю, сидим, болтаем, обсуждаем. Никому не лезу, никого не обсуждаем. Это моя жизнь, как говорится, не лезьте вы ко мне. Вот, а кто что там про меня говорит, кто там что-то где-то ля-ля-ля-ля-ля, лапшу вешает на уши. Это все фигня. Вот, я за себя знаю, адекватные люди тоже за меня все знают, но они адекватные, они просто бегают и собирают сплетни, скандалы и все. Поэтому я говорю, вот с меня взятки гладки, как говорится, отряхнулась, и пошла. А я пошла, шла, шла, пирожок нашла, села, поела и дальше пошла. Поэтому, знаете, разоряться на всякое вот это вот там не стоит. Вот лично это мое мнение. Вот. Уже в 21 веке. Мальчок выиграл. Что? В поединке. Эрик. А мальчок выиграл. Давай. Из Нахимовского. За мальчика. И за вас. Ну, видите, скоро он солнышко не будет. Осталось всего-то 80 лет. Ребятки, успеваем пожить. Что-то я к морю захотела. На солнышко. После последней информации. Захотела на море на солнышко. Но к этому все больше и больше приходят ученые сейчас. Это видишь, что каждый день на солнце огромные эти вспышки, взрывы. Но говорю, знаете, меня вот каждый раз успокаивает то, что я, может быть, не доживу до вот этого всего. А дальше хоть трава не расти. Вот. Может быть, это, конечно, такая позиция из-за того, что у нас детей нету. Вот. И, как говорится, тебе пофигу, что будет после тебя, хоть трава не расти.
да и при жизни, как это, знаете, я особо не обращала внимания на то, что вообще говорят. Вот, как говорит это, как это, пусть говорят, пусть не молчат. Тогда все, как говорится, идет своим чередом. Вот так. Ну, как всегда, даже без него. У меня, кстати, тоже бакуля. Сейчас он смотрел новости. Говорят, в декабре опять могут ставку поднять. Капец. Там же, кстати, новогодние вклады. Новогодние вклады, да. Причем новогодние вклады будут очень, как я помню. Я думаю, там процент по 25 будет уже. Там может и по 30, кстати. Фишка, кто у нас новогодние вклады именно для пенсионеров делают. Очень такие выгодные. Когда ты уже наконец на пенсию выйдешь? У нас столько бонусов будет, во. Так вот. Давай, выходи на пенсию. Может, тебя инвалидность оформит? Шутка. Бе-бе-бе. У меня ничего не болит. У тебя не болит. Я инвалид. А, еще один. Поединок. Тут уже тройки начались, то есть одного сейчас убрали, осталось двоечка. Mm-hmm. То есть потом они по одному будут петь каждый. Господи, прическу мы какую сделали? Наверное, кудри. Может, такая была? Не, у нее изначально свои кудрявенькие волосы, но мы так прямо уложили, интересно. Mm. О, даже без нее. Реклама. Я вот заметила, знаете, вот эти проекты, которые вот там... Что кухня, что вот это вот дети, да? Вот их все гоняют по рекламе. Они как контракты отрабатывают. Да. А деньги за это платят? Мне кажется, платят. Мне кажется, нет. А мне кажется, платят. Это в контракте пробу написано, что ты обязан сняться в двух-трех этих рекламах. Мне кажется, там и деньги получают. Вот я то, что они... Им платят за участие, да. Если ты правильно шел в какую-то команду, а потом вылетел. Там на карточку 50 тысяч, по-моему. Там сначала 30, потом 40 и 50 в конце. Если в финале на карточку кидают. Ну, знаешь, вот тут вот некоторых детей показывают, они, знаешь, как будто как надрессированные. Потому что они так вот все, знаешь, вот так вот говорят, там делают. Какой-то нет у них детскости, наивности. Они как уже как маленькие актеры и актрисы. По сути, так и есть. По сути, знаешь, как они как детство теряют. Херала, что глядела. Там же дети такие же. Либо это дети артистов каких-то. Известных. Нет, конечно, дети артисты это здорово, но, знаете, мне кажется, все-таки они теряют детство. Потому что зачастую вот. Хотя, с другой стороны, с детства учатся быть дисциплинированными, ответственными и так далее. Уж лучше, как говорится, пускай занимается вот там каким-то вот творчеством, работой, да. Нежели чем, знаешь, где-то слоняются вот, по всяким торговым центрам и сидят там в этих телефонах и всякие там курят всякую хвилю. Пошла. Как это так? Ну, просто вот смотришь, ну они прям вот, знаете, прям. Уже как это? Ну их там этому учат как раз. Обучать, может, понимаешь? Mm-hmm. А на кухне, как ты говоришь, там это именно учат готовить. Правильно. Вот вышла эта курица, они такие, а ля-ля-ля. Mm-hmm. Зачастую, в принципе. Обняли эту курицу. Как я уже говорил, у нас в городе не хватает кадров. Профессиональных. Как официантов, так и поваров. Это сами рестораторы нашего города это и признают. Очень сложно найти нормального повара. Лучше всего, чтобы он был универсал. А не как это все принято там шеф, су-шеф. Ему это нафиг не надо. Нужно везде требуется повар универсал. Так. Нет. Ну, это понятно. Я просто тебе говорю про то, что вот дети, да? Вон, я смотрела дочка Кузи, какого там, Вячеслав Гагулин. Да. У нее дочка, по-моему, Милана или как-то. Mm-hmm. В общем, короче, она там такая звезда прям стала, прям капец. В Инстаграме? А, не в Инстаграме. Она концерты там проводит, певица там. Бля.
ей 14 лет, а смотришь, блин, как будто лет 21. У нее здесь, там, сям. Просто вот прям, знаете, вот в 14 лет она такая прям суперзвезда. Вспоминаешь себя в 14 лет, что у тебя было в голове? Уи, там пи. А тут прям вообще актриса, звезда, певица, дружба. Что-то я пошла не по той дороге. Как так? Но опять же, понимаете, детство, оно должно быть детство. Это видно. Детство должно быть детством. А у нее, по сути, сейчас нету его. И зачастую, вот даже тот же самый, помнишь, этот был, блин, не помню как, Иван Гай, и еще там были вот эти вот молодые блогеры, которые вырвались-то. У них просто детства не осталось, мне кажется. Вот они в то время, когда надо было вот совершать ошибки, гулять с ребятами. Ну вот тогда, буквально недавно, месяц назад, они показали были, вот, работали. Передачку по НТВ. Чего? Этих вот актеров, которые снялись там в каком-то фильме детском. Перегорели, короче. Вот, и там... Вералаш. Это стали известны. Что с ними произошло после этого? По сути, детства у них не было. Да, да, да. А потом что? А кто-то вообще там спился. Да, и прочее. То есть, вот это вот взять Коля вот этого, да, гостя из будущего. Он стал известным благодаря вот этому фильму, да, там в каком-то году. И что? Много он прожил. В 91-м году его не стало. Нет, просто понимаете, с обрушившейся славой, которую на себя падает, да, очень на самом деле сложно справиться, да, там с деньгами, со славой. Именно с деньгами, да, зачастую. Да, и зачастую, знаете, даже взрослые не могут вытянуть, потому что, ну, как бы испытания там вот этим всем, деньгами, славой, которые на себя обрушиваются, не все проходят, да. А тут, по сути, дети с неокрепшей психикой и вот с этим всем, их, как говорится, с детства, как собачек трессируют, да, вот ты должен вот здесь сказать, там должен сказать, здесь улыбнуться и так далее. И тут смотришь, ну, блин, бедные дети. Хотя, с другой стороны, опять же, повторюсь, лучше вот так, чем вот иногда смотришь, там, кто-то там подходит. Вот тебе ярый пример Бритни Спирс. Вот. С детства вылезла. Сломанная психика. И что сейчас? Где она? Там, я не знаю. Она сейчас стала полная, лечилась уже и от наркозависимости, да, да, да. И от алка. Сейчас она это лечится, чтобы не переедать и прочее. Да. Что, как говорится, давай выпьем за то, что у нас хотя бы детство было. Все, я уже наелась, поэтому тебе все остальное. В общем, всем хорошего настроения. Детство должно быть детством. Ну и вообще. В общем, обсудили все, что могли, все сплетни, все последние события. Всем желаем счастья, любви, добра. Больше отдыхайте, больше наслаждайтесь солнышком. Как видите, вам он сказал, что скоро, возможно, не будет. Ну, а мы с вами увидимся в следующем выпуске. Всем хорошего настроения, увидимся. Пока-пока.